Так, у нас время после обеда. Только что отобедали. Вот Игнать Тихонович тут насобирал сегодня вишни. Вот это у нас коренда. Будем варенье делать. Там Николай Георгиевич сидит, рассуждает. С кем-то разговаривает. Так, где у нас еще? Шарик у нас отдыхает. Да, Шарик? Стояло 2 дня или 3 дня жары стояло. Сейчас вот сегодня пасмурно стало. Вот Игнать Тихонович после обеда отдыхает. Решил прилечь. Место хорошее. Там тут разделывают рыбу. Конечно, много всяких, особенно ос, вон они, поедают активно кишки рыбьи. Говорят, даже какой-то деликатес для кого-то. Стараются. Как Яков под голову положил камень и спал. Тогда так Господь ему показал видение, что он устрашился здесь, где дом Божий. Вот сейчас вот тут вот у нас, что я тут решил делать, Игнать Тихонович попросил меня залезть и отремонтировать там одно место. Хорек пробрался зимой, где-то около 20 голубей слопал. Сейчас я даже покажу, где это. Так, что-то и тут и осы тоже летают. Такие мне соседи не нужны. Вот видно перья их. Там вытаскивал тут вот их и сразу разделывал. Употреблял в пищу, как говорится. До этого попадалась кошка. Мы там заделали, где кошка могла залезть. А сейчас орёк. Я даже вот еще место увидел какое. Вот оно. Тоже, скорее всего, может сюда залезть спокойно. Как раз тут место такое. Запрыгнул и залазь. Вот сейчас вот досочку положил, буду снизу зашивать. Буду шуруповертом закручивать. Там в конце не знаю, чем буду закручивать. Скорее всего, чем-то доску зажму. Просто какой-нибудь чуркой. Вот. На зажимал. Все. Хотя ручек поднялся. К дождю, наверное, будет. Вот. Тут бегаем, Игнать Тихоновича.